Традиционные строения и быт людей, живших здесь столетия назад. Работы художника Ашрафа Гейбатова позволяют посетителям окунуться в прошлое древнего азербайджанского поселения. Яркая палитра, традиционные восточные мотивы. В каждой картине своя, почти сказочная история. Его работы отражают культуру, этнографию, древнюю архитектуру. Интересные моменты можно найти в его произведениях. Я приглашаю всех посетить эту выставку. Она неделю будет у нас здесь. И, конечно, своими глазами и самим почувствовать и внедриться в мир древнего Гала. Как рассказал сам художник, Гала имеет для него большое значение. Здесь родились его предки. Именно на этой земле он особенно ощущает близость к своим корням. Каждый раз, приезжая в Баку, я всегда приезжаю в родной для меня очаг, увидеть родные места. И мне все здесь очень дорого и близко. Это серия картин, архитектурные мотивы древние. Здесь нет современных зданий. И я как художник, как азербайджанец этой выставкой даю свой долг любви, уважения родному краю, родному для меня селению. Ашраф Гейбатов уже долгое время живет в Германии, однако в своих работах остается верен своеобразной восточной школе рисования. Мен чоктан танирам Ашрафи, о лап гэнцлигиннан мухталиф мевзуларда чалышып, өзде. Я знаю Ашрафа уже очень давно. Он с юности писал очень интересные картины на самые разные темы. Очень радует, что он до сих пор полон энергии, открывает новые выставки. Не только в Азербайджане, но и в других странах. И таким образом представляет нашу страну, нашу культуру. Рассказывает об Азербайджане всему миру. Это вызывает гордость. Но на этот раз выставка проходит в Баку. Она посвящена одному из древнейших азербайджанских селений Гала. Гала кадим Азербайджан кадим кентлеринден бириди. Государственный историко-этнографический музейный комплекс «Гала» – это музей под открытым небом. Здесь на одной площадке собраны экспонаты, относящиеся к различным историческим периодам. Первые поселения людей на этой территории датируются 3 веком до нашей эры. Лейла Курбанова, Али Сурхайоглу, CBC.